Здравствуйте, меня зовут Софья, и сейчас я познакомлю вас с прогнозом погоды на 26 ноября. В столице края ночная температура минус 18, днем минус 13. В Белокурихе ночью минус 15, днем минус 9. В Горно-Алтайске ночная температура минус 18, дневная минус 11. Теперь расскажу о погоде в нашем городе в Бийске. Пасмурно, снег. Ночью минус 16, минус 18, днем минус 11, минус 13. Знакомьтесь, полусиамский кот с голубыми глазками по кличке Персик. Находится на передержке общества защиты животных «Преданность». Ему 4 месяца, спокойный, кушает натуральную пищу, приучен к лотку, ждет добрых и ответственных хозяев. Звоните по телефону 8 903 912 27 75.